как солдаты в окопах, держа оборону, не сомкнув глаз всю ночь до утра, вы спасаете мир от проклятой короны, дорогие мои доктора. Заражаясь и умирая, не покинув передовой, до последнего вздоха сражаясь, чтобы выиграть у вируса бой. Без вакцины, как без снарядов, оставаясь в едином строю, вы всегда с пациентами рядом, отдавая любовью свою. Каждый день совершаете подвиг, без наград и без криков «Ура!». Подвиг ваш навсегда мы запомним, дорогие мои доктора. Владимир Шляр.